Hello everyone and welcome to another Slow Russian lesson. As you remember, I like to invite other Russian language teachers to my channel so they can share their lessons with you. Today, warm welcome to Marina from Rulang Club. If you are on Instagram, you probably know her already. So, as usual, Russian and English subtitles, full transcript in the description, and here we go. Всем привет! Меня зовут Марина. Я хочу рассказать вам о том, как проходит мой обычный день. Обычно я встаю рано, в 7 или 8 часов утра. Я встаю сразу и делаю зарядку. Затем я чищу зубы, умываюсь и делаю прическу, расчесываюсь. Потом я иду на кухню готовить завтрак. На завтрак я всегда пью кофе. И сегодня на завтрак я готовлю блины. После завтрака я могу немного поработать. Сейчас я сижу дома, и поэтому у меня много времени, свободного времени, чтобы поработать. Я могу спокойно почитать электронную почту, ответить на сообщения и готовить новые уроки. Также утром я люблю проводить уроки. В 12 часов я выхожу гулять с детьми. У меня двое детей, два сына. Старший сын сегодня в детском саду, и поэтому я иду гулять только с младшим сыном. Он еще очень маленький, поэтому во время прогулки я могу слушать лекции, слушать подкасты, смотреть влоги на YouTube. Вечером я играю с детьми и отдыхаю. После ужина всегда отбой. Дети идут спать, и наступает время папы и мамы, когда папа и мама могут отдохнуть. Иногда у меня бывают занятия вечером. Это могут быть уроки с преподавателем. Я тоже изучаю языки. Изучаю итальянский и английский языки. После 12 я всегда ложусь спать. Это очень поздно. Хочу ложиться раньше, но не получается. Это мой обычный день. А расскажите, как проходит ваш обычный день? Что вы делаете утром, днем и вечером? Thank you very much, Marina, for the lesson, and thank you guys for watching and learning with us. The link to her channel will be in the description and also in the corner, so please go follow and keep learning our wonderful Russian language. I hope to see you next time. Bye-bye.